Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли, и добро пожаловать в мир модификаций для GTA 5. Сегодня мы с тобой совершим спуск без тормозов за самого невероятного Халка. Ну и, конечно же, перед началом моего спуска попрошу тебя влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Усаживайся поудобнее, бери что-нибудь вкусненького, ну а мы с тобой начинаем, поехали! Ну и, собственно, предстоит нам сегодня спускаться вот с такой вот здоровенной рампы. Даже не видно, где она заканчивается, и мы с тобой, походу, улетим прямо в центр Лос-Сантоса, если, конечно же, хорошенько так разгонимся. Ну и первое транспортное средство на сегодня у нас будет автобус. И да, сегодня у нас будет достаточно много машин, поэтому ты не переживай, что тут только стоит автобус. Позже мы будем скатываться самых различных вообще, которые существуют, тачек, мотоциклов и так далее. Ну что, погнали, на нашем школьном автобусе сейчас спустимся. Честно говоря, не знаешь, нас будет ждать, и ты просто посмотри, Халк у нас сидит, черт возьми, в автобусе. Да, ничего страннее я в этой жизни еще не видел. Ну хорошо, давай начнем. И ой, какой же он все-таки медленный-то. Ну ладно, главное сейчас аккуратненько так спуститься, и все, можно топить. И мы еле как разгоняемся до 170 180 190, уже 200, ничего себе, автобус автобус наступит. Обалдеть. Вот это, конечно, школьный автобус дает. Это реально полная жизнь. Тут даже вентилятор есть слева. Обалдеть. Это, конечно, салончик люксовый-то, а? Так, ну хорошо, мы уже едем почти 300 км в час, ты прикинь. И вот, наконец-таки, наш прыжок. А ну-ка, давай, 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 давай. Хопа. И мы летим. Ну, я так понял, здесь больше на дальность, а не на высоту. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И, в принципе, наш школьный автобус превращается в нечто подобное. Да. А теперь его точно нужно, короче, ремонтировать. И, собственно, да, я так понял, что эта рампа реально рассчитана на дальность. И она, конечно, просто здоровенная. Если взять тачку немного побыстрее, чем школьный автобус, то я думаю, что мы сможем долететь даже до центра Лос-Сантоса. Ну или вообще перелететь всю карту. Короче, посмотрим и переходим к следующей тачке. Итак, ну, а следующая тачка — это у нас, собственно, Паршак Каен собственной персоной. Вот так вот эта замечательная тачка выглядит. И погнали посмотрим, на что же она все все-таки будет у нас способна. Честно говоря, я от нее многого не жду, так как это все-таки, ну, не совсем быстрый автомобиль по сравнению с другими, которые у нас дальше будут. Окей, let's go. Погнали, хоп, нифига себе, конечно, спустился. Так, и поехали, поехали, поехали. Мы уже едем 300 км, уже 400. Обалдеть, копитесь, можно разогнаться, и максимум у нас 540 км в час. Обалдеть. Ну, это намного быстрее, чем наш предыдущий автобус. Мы сейчас тупо улетим вперед. Обалдеть, как же мы далеко с тобой улетели. Летели. И это у нас всего лишь то Porsche Cayenne. Дальше-то тачки еще круче будут. И мы, да, мы все-таки долетаем до центра города. Офигеть, просто офигеть. Бедный наш Халк и бедный Паршак. Обалдеть. Это, конечно, жестко было. Да уж, не самое приятное приземление. И вот так вот, собственно, наш Паршак теперь выглядит. Давай-ка мы его, наверное, перевернем для приличия, как бы, да. Вот так вот, собственно, переворачиваем. И давай на него поближе посмотрим. Ну, вот такая вот у нас теперь, короче, тачка. И да, естественно, у нас каждый автомобиль из этого выпуска, после, собственно, выпуска, посетит Лос-Сантос Кастомс. Ну и куда же без полного безумия. Следующая тачка, а если быть точнее, мотоцикл, это у нас, собственно, Акума из GTA 5. Ну и погнали, сейчас на ней также скатимся. И посмотри, как же забавно наш Халк на ней смотрится. Это, конечно, мега смешно. Окей, погнали, посмотрим, сколько же мы сможем здесь набрать скорости. И поехали, можно даже вот так вот сделать, а на колесико не могу стать, и мы едем уже 300-400 км в час. Обалдеть. Наш, конечно, наш Халк максимально забавно смотрится. Ну-ка, давай от первого лица. Вот так вот. Нифига себе, мы высоко находимся. Так, спокойненько. И 520 было, и мы тупо улетаем. Офигеть, просто гладить не буду, что все было честно. И ой-ой-ой, как же мы сейчас жестко с тобой-то разбились, а. Ой, даже трещина в стене осталась. Капец, это было намного, мне кажется, жестче, чем с нашим Паршаком. И, в принципе, наш мотик, ну, более-менее цел. Если быть точнее, то он вообще полностью, мне кажется, цел. Да уж, мотоцикл, конечно, здесь не так сильно травмируется. Ты посмотри, просто сколько мы тут трещин крови-то оставили. Жесть, просто какой ужас, реально. Окей, переходим к следующему транспортному средству.
Итак, ну а следующая наша тачка — это Lambosian. Вот в таком вот зеленом цвете, прям под цвет нашего Халка. И поехали сейчас на ней. Ну что, погнали, спускаемся и полетели. Обойдите, что-то я немножко сейчас палку перегнул. Так, спокойненько, все, начинаем топить. И мы уже едем 200, 300, 400 и давай 500 километров в час. Обалдеть, давай-ка 600. И 600 мы, к сожалению, не можем дожать. Да что ж такое-то, а? Ну все, вылетаем и полетели. Я думаю, сейчас тоже долетим до города. Подожди, или нет? Ты что, серьезно? Мы что, не долетаем? Офигеть, да ладно, Ламба показала результат хуже, чем Паршак Каен. Я тебя понял, ну вообще, слушай, такое себе, если честно. Ну хорошо, и кстати говоря, по урону тоже вроде бы с ней все более-менее. Да, и можно тогда переходить к следующей машинке. Ну куда же без тачки из Форсажа. Да, это тот самый легендарный Nissan Skyline GTR. И погнали сейчас спустимся на этой просто шедевральной машине. Ну все, присаживайся. Саживаемся. Я думаю, то, что наш Халк готов на такой, тем более, тачке спуститься-то, а? Ну, как бы не каждый день реально на такой ездишь. Ну и погнали, погнали. Я вижу, она уже очень срезвая. И поехали, мы едем уже 300, 400, 500, ага, давай 600. Ничего себе, давай-ка 700 будет. И 700, ну блин, да что ж такое-то, а? Ладно, 700 у нас нет, и мы... Офигеть, нас еще перекручивает, ты что, прикалываешься? Че? Мы просто крутимся, мы делаем там 300 бочек и... Тоже до города не долетели, обалдеть просто. Ну тачка у нас реально прям очень резвая, ты посмотри, как же она у нас топит-то сильно. Тихо, спокойненько, офигеть просто, я разбил грузовик и свою тачку. И пока что результаты нашего Каена никто побить не может. Я-то думал, сейчас-то хоть Nissan справится, но нет. Мы там в конце обо что-то перекрутились, так, подожди, я не понял. Ты куда, челик, ты на кого лезешь, а скажи мне, пожалуйста. А ну-ка, давай, на, нафиг, а я не могу по нему попасть. Подожди, я из-за своего роста не могу попасть, да что ж ты будешь делать, а? Так, хорошо, наш Ниссанчик мы проверили и можем, в принципе, приступать к следующей тачке. Ну что, следующая тачка — это у нас BMW i8. А почему бы нет? А вот реально, захотел, погнали на ней. И Халку эта тачка прям идет. Взгляни-ка, ну правда же смотрится, да? Прям такой видно сразу, серьезно, значит, мужчина едет. Короче, ладно, погнали и начинаем спускаться. Let's go! И начинаем разгоняться, и у нас уже 300, 400, обалдеть. Как же мы топим, 600, давай 700. И есть 700, отлично. Итак, новый рекорд выпуска. Ну-ка давай, как же мы далеко улетим и взлетаем. Просто реально какой-то космический корабль. Но опять же, мы не долетаем. Мы не долетаем до центра города. Да как так-то вообще? А ну-ка сейчас вот так вот долбанемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, я не могу реально этого понять. Почему мы на Паршаке, который медленнее разогнался, долетели до центра города, а на BMW 8, которая побила рекорд предыдущей тачки, а именно установив, значит, значение 700 км в час, не может почему-то долететь до нашего центра города. Ну ладно, пока что непонятно. И в принципе, давай перейдем к следующей тачке. Итак, значит говоря, наш Халк совсем обезумел и решил спуститься на лодке. Лишний вопрос не задавай, просто погнали. Просто реально поехали и посмотрим, как же нас может разогнаться и что. Что происходит? Мы едем. Так, спокойно, 300 км, спокойно, съезжаем. Мы просто летим. Все, она летит в воду. Она реально летит в воду, но походу поняла, что что-то здесь не так. И мы летим с тобой. Нет, не в воду, мы летим на... Спокойно, обалдеть. Обалдеть просто. Так, ну вот, собственно, такая наша лодочка. Вот так вот мы спустились. Подожди-ка, я хочу реально попробовать еще раз. Это было мега забавно. Ну что, попытка number two. Поехали. Правда, у меня не верится, что мы сможем доехать до конца, но мы уже вылетаем. Это невозможно просто. Да что... Куда меня уносит? Реально, куда? Мы просто летим. Мы сейчас просто летим, как на самолете на каком-то. Правда, мы падаем, но все же так спокойненько. Спокойненько, спокойненько. Нет, прям на грузовик. Нет, не попали и упали. Ай-яй-яй-яй-яй. Да уж, конечно, затея была не самая удачная, но все же для галочки мы с тобой на лодке-то спустились, и это было поистине мега безумная вещь. Ну что же, а дальше у нас идет вот такая вот черная семерка. Да, жаль, что не вишневая, но да ладно, садимся и погнали. Честно говоря, не знаю, на что способна эта тачка, но давай проверим, давай проверим. И let's go. Все, разгоняемся. И вот это, наверное, выглядит еще страннее, чем Халк на лодке. Халк, черт возьми, на ладе. Это, конечно, полная жесть, но все же мы с тобой едем уже 539. Кстати говоря, не так уж и, ну, медленно. И улетаем. Улетаем достаточно далеко, но, к сожалению, до центра города не долетаем. Сейчас в пальму, в пальму. Давай в пальму. Нет, не в пальму. И падаем там, где упала наша лампа.
Ну, в принципе, не так уж реально и плохо, я бы даже сказал, хорошо для Лады. Ну и давай перейдем к нашей следующей тачке. Ой, бедная тачка, я ее уже, наверное, разбил полностью. Ну что, следующей тачкой пускай будет вот такой вот здоровенный просто грузовик. Погнали, спускаемся, и он что-то тоже прям какой-то резвый, быстро, и мы едем уже 400, обалдеть! Так, 600, 700, ну я, честно, даже не удивлен, такой грузовик, да, 700, ну вообще, как бы, да, каждый день такой вижу, и улетаем, улетаем, фига, ну, что такое, нас перекрутило, нас просто перекручивает, обалдеть! Так, и падаем на заправку, только не взорвись! Спокойно. Спокойно, фух, вроде бы нормально. Так, ну для грузовика я скажу, результат достаточно хороший, даже отличный. Как бы разогнаться почти до 800 км в час, это, наверное, не каждый грузовик умеет. Так, ну с этим все понятно, и переходим к следующему автомобилю. Итак, ну а следующая наша тачка, это Toyota Camry. И погнали, протестим ее. Так, спокойненько, вот так вот спускаемся и начинаем топить, офигеть. Не, это определенно самая быстрая тачка, уже сразу видно, и 800, 900, давай-ка 1000, ты. Еще есть, отлично, обалдеть. Я реально в шоке, так и улетаем, ну все, это просто жесть какая-то. Улетаем, естественно, до центра города. И походу рекорд Паршака. Да, мы побили его, отлично. И падаем вот таким вот. Ой, это было очень больно, тем более Халк наш головой ударился, прям 100%. Ну и наша Камри, ты просто посмотри, что с ее передней частью. Это что за жесть? Сюда как будто сам Тор долбанул грозой какой-то, я не знаю. И наша тачка, наша Камри, конечно, теперь со всех сторон помята. Это просто было невероятно. Ты посмотри, тут везде вмятины. Тут у нас просто смяло куда-то в правую часть. Обалдеть. Не, определенно эта тачка пострадала, скорее всего, сильнее всех сегодня. Да уж, ну ладно. И давай-ка перейдем к нашему следующему транспортному средству. Ну что, дальше мы с тобой спустимся на BMX, и, наверное, это самое необычное за сегодня транспортное средство. Хотя я бы с лодкой поспорил. Ну что, погнали, и опять же наш Халк выглядит мега забавно, и начинаем спускаться, и наш BMX что-то прям очень быстрый, и офигеть, что происходит? Так, спокойненько, контролируем, контролируем, нет, ну это просто невозможно, это просто нереально. И наш Халк сейчас будет очень долго, наверное, падать, офигеть, просто что происходит? На нафиг, бедный наш Халк, он когда-то становится вообще или нет, походу мы теперь будем бесконечно падать с нашим BMX-ом. Да уж, вот такой вот спуск без тормозов. Так, я не вижу наш BMX, подожди, мы что, его обогнали? Мы походу реально наш BMX обогнали, а ну-ка подожди, Халк, я хочу посмотреть, и где наш BMX-то? Либо он вылетел, либо мы его реально обогнали, ты прикинь-то, а? Ой, понятно, короче, все, но здесь уже мы, скорее всего, не остановимся, поэтому давай мы сейчас нашего Халка вот так вот аккуратненько возьмем, и вот, да, реально, смотри, BMX падает, мы реально его обогнали, ты прикинь? Ну, хотя, да, с такой скоростью как бы его грех не обогнать. Окей, давай пробуем еще раз, в принципе, скатиться. И, скорее всего, это не BMX такой быстрый, а просто ноги у Халка как бы накачанные, поэтому мы так быстро на нем и едем. Ну что, еще один розовый, точнее, это красный, да, это красный BMX, и поехали! Ой, что-то я сильно прям, нажал газ, так спокойненько, можем упасть? Нет! Мы просто вниз сейчас упадем, что такое-то, а? О, это уже не спуск без тормозов, это падение без тормозов, и да, чисто свободное падение вот в этот вот заливчик. Так, а ну-ка, на самолет сможем упасть? Давай-ка на самолет. Ай, наверное, не успеем. Ну ладно, прощай, самолет, до свидания. Наш Халк пытается какие-то трюки делать. А ну-ка, мы сейчас сможем приземлиться на колесики. Давай-ка, хоп, вот так вот на колесики. И, ну, мы сейчас очень сильно долбанемся. Нет, смотри, как мы идеально приземлились. Ты чё, прикалываешься? Как так-то вообще? Мы просто как будто на парашютике так, опа, и элегантно приземлились. Ну ладно, в принципе, я думаю, то, что на этом наш видосик по GTA 5 с модами я предлагаю завершить. Большое тебе спасибо за просмотр, с тобой был я, Твикли, ставь свой лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, друзья.